праздник. Независимо от того, что мы на земле обычно печалимся уходу любого человека, а когда уходят такие мегазвезды, мы, в принципе, страдаем. На самом деле, очень сильно. Потому что мы понимаем, что эти места никем не будут заняты. Но сегодня был праздник, потому что сегодня все царила любовь огромная и царило служение музыке. Все было во имя Уитни Хьюстон. Все признавались в любви, и я думаю, небеса нас услышали. For feeling all right, we'll